Привет, я Костя Змок, и я расскажу об авторском почерке в граффити. Для любого художника важно, чтобы его творчество максимально выделялось среди творчества других художников. Кто-то выбирает особую палитру красок, свойственную только ему. Кто-то придумывает особую технику рисунка. Кто-то использует уникальных персонажей и рисует их в собственной манере. Важной фишкой в моих работах является дым, который я использую, чтобы связать свою работу с работами соседей на стене. Уникальный авторский стиль, пожалуй, самая важная составляющая часть успеха. Опиши свой уникальный стиль и пришли примеры его воплощения.